Добрый день, с вами канал Малорама. Сегодня на 14-й серии сериала «Мистер Ошибка». СГ осталась на перепутье, она хочет помочь вернуть Озбюру и его детище Лягабию. Но только нужно будет использовать нехорошие методы против Талги. СГ вместе с Озбюром и друзьями Денисом и Азаном решили отправиться на озеро, для того чтобы порыбачить и немного отдохнуть от повседневных проблем. Парам хочется насладиться невероятной красотой, которая их окружает, и таким образом предоставить своим чувствам еще больше эмоций. Ребята будут рады такому веселому времяпрепровождению. СГ постоянно волнуется за Жанцу и не верит в то, что у нее действительно все складывается хорошо. СГ точно знает, что именно такого отдыха не хватало Жанцу, и это сможет внести некое разнообразие в ее жизнь. Сама Жанцу и Ливен после срыва их бракосочетания решают, как им быть дальше. Зенеп решила раскрыть, почему она сбежала. Жанцу предстоит принять окончательное решение, что касается их совместной судьбы с Ливентом. Сердар хочет помешать счастью Озбюра и СГ. От Талги он узнает о бывшей возлюбленной Озбюра, миссис Ошиб. Теперь его главная задача — найти ее и сделать так, чтобы девушка разрушила идиллию между Озбюром и СГ. Сможет ли Сердар помешать влюбленной паре быть вместе? Будет ли счастливый финал для всех пар сериала «Мистер Ошибка»? Увидим 14-й серии сериала «Мистер Ошибка», которая по предварительным данным станет финальной. 14-я серия сериала «Мистер Ошибка» выйдет 2 октября в 20:00 на телеканале Fox TV. На этом все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!